армии и террористов появляется колонна людей. В окружении местных спецслужб и военных боевики террористических группировок, которые согласились сложить оружие и выйти из анклава в восточных предместьях Дамаска. На территории, которую контролирует правительство, досмотр исламистов кидают зону боевых действий с личными вещами. И не исключено, что кто-то мог принести оружие или взрывчатку. Впрочем, после обыска ничего запрещенного у боевиков не находят. Для вывоза боевиков сирийские власти подготовили автобус. Перед посадкой всех, кто называется, пересчитывают по головам. Никто из боевиков на интервью не соглашается. Большинство – молодые парни, лет 20-25. Длинные бороды, без усов. Отличительный стиль ваххабитов.